Астрологические советы на завтра, 19 марта. Завтра хорошо пройдут все водные процедуры, баня, сауна, хамам, бассейн, все, что вы любите. Также завтра будьте очень аккуратны с эмоциями, не позволяйте им захлестнуть себя, поэтому тщательно спланируйте день. Те дела, которые вы собираетесь делать, тоже очень тщательно продумайте, чтобы не было места эмоциональным решениям, потому что вы можете о них потом впоследствии пожалеть. В одежде на удачу надеваем зеленый.